Друзья, всем привет, с вами Зона ММА. Сегодня у нас на повестке дня конфликт между Хасбиком и Конором Макгрегором. Недавно Хасбулла Магомедов, который известен фанатам как Хасбик, представил своим подписчикам петуха по имени Конор Макгрегор. И петух тут вообще круч, Конор Макгрегор. А так мало что так круч. На что ирландец дал свой ответ. С удовольствием бы зафутболил этого мелкого недоноска Хасбуллу в ворота, написал Макгрегор в социальной сети. Сколько стоит такой удар? Маленький вонючий вырожденец. Поставлю себе цель закинуть им трехочковый бросок. Фанатам Конора не понравились его высказывания. Вот что они сказали. Возможно, это бой, который он может для разнообразия выиграть. Учитывая, как Конор тренируется, я ставлю на победу Хасбика сабмишном в первом раунде. Хабиб отрежет тебе язык, когда услышит это. Парень говорит о том, что причинить боль человеку с редким заболеванием – это не тот пиар, который нужен знаменитости. Конор всю свою карьеру выбирал парней поменьше, но даже для него это слишком. Не смог побить полноразмерного дагестанца, теперь хочешь попытать счастье с 1/4 дагестанца. Александр Волконовский тоже встал на защиту Хасбика. «Сначала тебе придется разобраться со мной. Оставь моего приятеля в покое», – написал Александр в социальной сети, обратившись к ирландцу. «Круто, что хоббиты поддержат друг друга. Ты уже получил роль в новом фильме «Властелине колец»?» – написал один из фанатов в комментариях. «Да, мы прикрываем друг друга. Гимли спешит на помощь», – ответил Александр. Также Хасбик ответил Конору. «Я не подписан на всяких недоумков и не знал, кто там что болтает. Так что в следующий раз отмечай меня», – написал Хасбик в соцсети. «По крайней мере, только один из нас идет без поражений. Теперь у меня есть контракт с UFC. Если Конор действительно мужчина, увидимся с ним в Абу-Даби». Его уже разнес Хабиб. Думаю, его деньги от Мейвезера заканчиваются, и ему нужно больше внимания. Друзья, честно сказать, может быть, Хасбик с помощью этого видео хотел так еще больше пропиариться или еще что-то, но он первый начал этот конфликт. Конор, конечно, тоже хорош, ему не надо было так жестко высказываться про Хасбика, но, конечно, черный пиар тоже пиар, но все же. А вы что думаете по этому поводу? Пишите обязательно в комментариях. И спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.